Представляем вашему вниманию банную печь-сетку «Сибирский утес» от компании «Теплодар». Как можно догадаться из первой же фразы, «Сибирский утес» украшен стальной сеткой для закладки большого количества камней – до 180 кг. Камни, нагреваясь, дают огромное количество мягкого тепла, а в парной создается уникальный микроклимат с умеренной температурой и большой влажностью. Дровяные печи «Сибирский утес» производятся для бань с парилками от 10 до 20 кубических метров. Обычно для полноценного прогрева парной печи сетки других производителей приходится топить не менее 3 часов. Причина проста. Камни в таких печах заполняют все пространство между сеткой и стенками топки, не оставляя места для конвекции горячего воздуха. Теплодар решил эту проблему весьма оригинальным способом. Быстрый нагрев парной всего за 50 минут стал возможен за счет применения уникального перфорированного конвектора, который обеспечивает как конвекцию воздуха, так и нагрев большого количества камней мощным инфракрасным излучением от внешних стенок топки. Смещенный к передней стенке печи выход дымохода обеспечит максимальный обзор каменной закладки, подчеркнув ее объем. Мощная технологичная топка, выполненная из жаростойкой нержавеющей стали толщиной 4 мм, с содержанием хрома не менее 13%. Кроме того, термически нагруженные элементы печи изготовлены из нержавеющей стали с содержанием хрома до 17%. Еще одна уникальная особенность сибирского утеса – печи оснащены многосекционным парообразователем, что позволяет получить легкий пар уже через 15-20 минут после растопки, не дожидаясь полного прогрева камней в каменке. Используя парообразователь вместе с основной каменкой, можно регулировать влажность и температуру в парной. Индекс панорама указывает на топливный канал печи с широкой панорамной дверцей и жаростойким стеклом Shotrobox. Срок гарантии на печи линейки «Сибирский утес» составляет 5 лет. Получить более подробную информацию о печах для бани «Сибирский утес», а также ознакомиться с другими изделиями компании можно на сайте теплодар.ру или по бесплатному телефону информационного центра 8 800 775 0307.